Сказочные персонажи, мастера магии и средневековые рыцари превратили Чебоксары в страну чудес. В этом году арт-проект «Творческий бульвар» поражал масштабом. Креативные горожане создали более 50 интерактивных площадок. Когда на улицах столицы стихает гул от проезжающих мимо авто, тишину и спокойствие горожан нарушает необычный оркестр. В Чебоксары московские артисты приехали с целым багажом опасных трюков. На удивление всем, они жонглировали огнем. На соседней площадке творческого бульвара не утихала музыка. Для горожан песни под гитару исполняли чебоксарские барды. Именно им пришла идея проводить в республике зимние слеты туристов. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Молодцы! Самым юным обитателям бульвара решили доверить поистине почетную миссию. Прямо на дороге дети построили дом, конечно же, игрушечный, а потом разбили цветочную аллею. От помощи глава республики не отказался и тоже взял в руки лейку. Ну, молодцы, ребята. Дома поливать приходится, нет? Бабушками? Поливаем. Кадетам в этот вечер было не до песен. Ребятам устроили настоящий курс молодого бойца. Вязали узлы, разбирали оружие. В этом деле они готовы дать фору любому моряку и уложиться в норматив. Ребята собирают, говорят, разбирать на 20 секунд. Чудеса в этот вечер можно было встретить на каждом шагу. Горожан своими фокусами удивляли иллюзионисты. Красочное шоу для гостей устроили и артисты оригинального жанра. Свои главные роли в нем исполняли ходулисты в эффектных нарядах. В этот вечер на бульваре поселились необычные герои. Есть белый ангел, у меня красный, черный ангел. Хорошее настроение, позитив. Все радуются, веселятся. Все прекрасно, день города. А участники клуба исторической реконструкции перенесли горожан в эпоху средневековья. Свой лагерь они развернули прямо на проезжей части. Бравые рыцари показали гостям, насколько лихо они владеют оружием. История жила и на площади республики. Сюда, причем своим ходом, приехали ретро-автомобили. В один ряд выстроились москвичи, военные грузовики и даже чайка. Горожане наши молодцы. Они умеют зажигаться и зажигают других. Вот сейчас мы по бульвару прошли, столько всего того, и красоты, и радостей. И они хотят двигаться еще дальше, выше. Творческий бульвар заявил о себе громко. В этом году проект только подтвердил, что креативных людей в Чебоксарах становится больше. В следующий день города количество интерактивных площадок планируют увеличить. Дмитрий Ковалев и Николай Яковлев. Республика.